Какой предварительный диагноз по Тайсону? Повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Средний срок, мы думаем, восстановления будет от 4 до 6 недель. Что предстоит в ближайшее время для его восстановления, с чего будут начинаться этот период? Ну, это будет физиотерапия, занятия в фитнесе, занятия в зале, затем беговая работа и уже постепенное возвращение к общей группе. Ра! Хороший! Иди! Ра! 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 Ра!